Покажи, что ест гусь. Молодец. Что кушает голубь? Капусту ест ослик. Зерно. Умница. Что кушает уточка? Колючки ест верблюд. Малинку любит белочка. Умница. Найди еду, которую кушает лисичка. Нектар из цветочков кушает комарик. Умница. Что кушает лошадка? Хлеб любит мишка. Мясо. Мясо ест мишка. Гусеница. Гусениц любит петушок. Зерно. Молодец. Что кушает свинка? Червячков кушает петушок. Хлеб. Все верно. Покажи, что ест белочка. Умница. Что кушает зайчик? Правильно. Что кушает воробышек? Мясо кушает собачка. Гусеница. Все верно. Покажи, что ест собачка. Молодец. Покажи, что ест ежик. Морковку любит лошадка. Косточка. Косточки любит собачка. Умница. Покажи, что ест козочка. Правильно. Найди еду, которую кушает волк. Все верно. Покажи, что ест котик. Молодец. Покажи, что ест попугай. Гусениц любит воробышек. Листья. Листики ест лось. Зерно. Правильно. Найди еду, которую кушает овечка. Жучков ест ежик. Все верно. Покажи, что ест рыбка. Капусту ест зайчик. Цветочный нектар. Нектар из цветочков любит комарик. Молодец. Найди еду, которую кушает верблюд. Малинку ест зайчик. Травка. Молодец. Найди еду, которую кушает мышка. Малинку любит зайчик. Капуста. Капусту кушает лошадка. Червячков кушает воробышек. Молодец. Покажи, что ест мишка. Все верно. Что кушает жираф? Умница. Что кушает обезьянка? Правильно. Покажи, что ест бабочка. Правильно. Найди лишний. Найди лишнюю картинку. Молодец! Машинка и вертолет – это игрушки, а кепка – это одежда. Найди лишнюю картинку. Правильно! Апельсин и мандарин – это еда, а нож – это посуда. Покажи лишнюю картинку. Ты убрал правильную картинку, потому что чашки – это посуда, а банан – это еда. Найди лишнюю картинку. Правильно! Медведи – это животные, а малинка – это еда. Найди лишнюю картинку. Неправильно! Ты убрал правильную картинку, потому что столы – это мебель, а дерево – это растение. Найди лишнюю картинку. Ты убрал правильную картинку, потому что стулья – это мебель, а шапка – это одежда. Какая картинка лишняя? Умница! Волчонок и лисенок – это маленькие детки, а лев – взрослый. Какая картинка лишняя? Ты убрал правильную картинку, потому что кубики и пирамидка – это игрушки, а лягушка – это животное. Покажи лишнюю картинку. Ты убрал правильную картинку, потому что щеночек и ягненок – это маленькие детки, а курица –
взрослая. Покажи лишнюю картинку. Подумай еще. Умница. Божья коровка и бабочка –